Спасибо большое. Светлана Петровна, вам слово. Здравствуйте, дорогие земляки. Сегодня ощущение праздника меня не покидает с самого утра. Я провела, наверное, такие аналогии. Примерно те же ощущения, что были у меня в детстве, когда я ходила с родителями. У людей приподнятое настроение. И пыталась проанализировать, что изменилось, почему так. Еще совсем недавно выборы были другие. И что изменилось в лучшую сторону. И я тут абсолютно согласна с тем, что есть несколько факторов, которые повлияли. Ну, наверное, первый фактор – сама предвыборная кампания. Она очень отличалась тем, что была чистая. Я сама была несколько раз кандидатом, становилась депутатом. Я помню, как это проходило раньше, какие-то черные технологии и так далее. Видимо, запросы общества тоже изменились, и никому это уже не нужно. Сейчас предвыборная была очень активная, яркая. Мы даже не успевали, как жители, следить за тем, что происходит, где что. И все это было честно, в моем понимании. И сегодня вот такой тоже день, люди улыбаются на избирательном участке, и комиссия, и наблюдатели. Мы ходили с семьей, с друзьями. Ну, в общем, ощущение праздника случилось сегодня. Тот участок, на котором я голосовала, там был КАИБ, что еще дополнительно как такая приятность для выборов, потому что ты себя ощущаешь уже в 21 веке. Ну, в общем-то, от сегодняшнего дня хорошее впечатление. Погода замечательная, это тоже играет какую-то роль. Поэтому людей и много. И плюс комфортная городская среда. Каждый видит, житель, что происходит в данный момент в городах, как города меняются, как они улучшаются. Это такая благодарность жителей по отношению к власти, прийти, отдать голос, быть активным. Вот пока положительные эмоции от всего, что я сегодня видела. Спасибо, Светлана Петровна.